Зрители, здравствуйте. С вами кофе пью. Ой. Видите, как хорошо. Моя дорогая кошечка. Маня, покажи зубы. У тебя зубы есть? У меня нету зубов. У меня черные зубы. Да. Это для троллей, хочу сказать. Да. Всем, понимаете, всем интересно. Где? Вот только одно интересно. Где чего? М? А другим мне это не интересно. Знаете, меня вот этим не обидишь. Друзья мои. Не надо. То есть, вот знаете, меня вот этим вот не обидишь. Вот этим тролльством, понимаешь? Я так отвечу, что на следующий день уже утонешь в этом... Это, ну, поняли, да? Солнце пока светит. И слава богу, я живу, мне хорошо. Понимаете? А когда вас, извините, у вас есть ли такая болезнь, и вы, извините, ничего не можете этим поделать, у вас же... Наверное, тоже нету у некоторых квакалки, да? Только квакать можете, класкать. Это я для тех говорю, у шлёпков, да. Мне вот, понимаете, вот для некоторых мне все равно. Мне как-то, как моя кровавая барыня говорила, мне как-то все равно, что там у тебя, как у тебя. Мне как-то покую. Ну, так не надо, милые мои, мне писать вот эти такие каменюки свои гадкие. На себя посмотрите. Для начала, да, Маня? Да? Вот эти лапочки мои. Ну, тетя, некоторые обиделись. Я прям плачу. Да. Вот те лапочки. Я же не у них не спрашиваю, где ваши... и как вы жрёте. А? Я как голубь глотаю, милые мои. Не надо так... Здоровья вам всем, милые мои. Вот. Я же, блин, просто загрызу. Даже без зубов.